Да, которую прислала в наш адрес в честь юбилея авторадио супруга премьер-министра Светлана Медведева. Спасибо ей огромное за то, что любит авторадио и слушает нас. Ну и мы продолжаем наш концерт. Вы знаете, сейчас на сцену выйдет человек, без которого бы этот юбилей точно не состоялся бы. Этот концерт не состоялся бы, потому что это реально наш самый любимый артист. Значит, внимание, приготовили овации. Будем его купать в этих самых овациях. На сцене самый любимый народный артист Лев Лещенко! Друзья мои, спасибо огромное. Такой замечательный юбилей. Мы вместе с авторадио шагаем по нашим жизненным маршрутам, по нашим жизненным дорогам, слушаем красивую музыку, слушаем замечательные песни. И все это делают сотрудники этой замечательной станции. А вы поддерживаете своим теплом, своими аплодисментами, своим задором. Я от всей души поздравляю с 25-летием, желаю новых свершений, новых радостей, удовольствий, всего-всего-всего самого прекрасного. Прощай от всех вокзалов, поезда. Лев Лещенко! Все вместе! Не забудьте, я и ты обязательно, да? Я отвечу, что вы, я и ты. От всех вокзалов поезда уходят в дальние края. Прощай, прощай. Прощай, под белым небом января мы расстаемся навсегда. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Снегов среди зимы никто нам лето не вернет. Прощай, прощай. Прощай, вернуть назад не сможем мы в июльских звездах небосвод. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, в пустое небо посмотри. Плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты. Вдали встает заря, и день приходит в города. Прощай, прощай. Прощай, мы расстаемся навсегда под белым небом января. Прощай, ничего не обещай, ничего не говори. А чтоб понять мою печаль, пустое небо. Плыли в вышине, и вдруг погасли две звезды, но лишь теперь понятно мне, что это были я и ты.
Авторадио, ура! Спасибо, друзья, спасибо, отлично все было, замечательно. Как-то вот не сказали мне, а что будет потом? Может быть, а вот что-то выезжает у нас на... Давайте аплодисментами выезд встретим. Настроение у вас прекрасное. Сейчас они вам его улучшат. Спасибо, я ушел. А мы ушли. Спасибо, ребята. Спасибо. 25 лет. Live.